на седьмом десятке, с суставами все в порядке. Доброго здоровья, уважаемые посетители канала. Сегодня я занимался тем, что делал лямки для того, чтобы заниматься гравитационной гимнастикой на тренажере Сергея Кривых. Тут такие разные интересные вещи. Я ничего вам не хочу такого сказать, что там я слишком там сильный или еще там что-то такое. Я просто рассказываю, чем я занимался. Ну и покажу немножечко, как там 500 килограмм я так сказать, в руках держал, будем так говорить. И даже 570. Без претензий, а то в спортзал пойдите, а вы оторвете, не оторвете или что там такое. Значит, тем, кто еще более углубленно решил заинтересоваться гравитационной гимнастикой и ее возможностями, я как раз отсылаю к видосикам по гравитационной гимнастике, их достаточно. Как раз Самодумов Анатолий Иванович рассказывает об этом удивительном методе самооздоровления, развития различных совершенств, то есть получения мощнейшей энергетики. И, кстати, вы там можете найти видео, где он поднимает 650 килограмм. Вот этот. Просто-напросто отрыв. Отрыв, ну, в конечном положении тяги. Становой тяги. Отрыв просто-напросто. Это, конечно, намного легче, но тем не менее 650 килограмм. Или хотя бы, допустим, там 500 килограмм. Это огромные веса. Рука перестала держать. Как-то все до этого было нормально, скорее всего, лямки стали какие-то скользкие, гриф, насечка также, видать, подтерлась, и просто-напросто я беру, а начинаю тянуть, все это у меня вываливается из рук, руки не держит. Поэтому вот эти вот такие лямки, посмотрел в интернете, ну и сделал их, вот опробовал, поэтому приятного просмотра, как я делал. Сегодня лямки. Уважаемые посетители канала, ну что, мое занятие гравитационной гимнастикой привели к тому, что вот такие вот лямки, которые я использовал. Опа, да, сюда, и тянешь. Они перестали держать там, в тех лямках старых, что-то стерлось. Какие-то не стали склизкие, а рука, короче, не держит. И если я раньше даже там 440 держал килограмм, то теперь все скользит. Даже на 360 что-то стали слишком это скользкие. Вот, я посмотрел, какие лямки используют Эдди Холл, Хафран Бёрнст, примерно так, ну и другие, которые там тягу по 500 килограмм. А у меня, ну это не тяга, а конечное движение 570 килограмм. Вот, я посмотрел и решил, да, сделать нечто подобное. И вот сижу и делаю. То есть я приобрел вот такие лямки. Это я опалил, чтобы они тут дальше не разъезжались, не расплетались. Вымерил. У меня получилась вот такая вот штука. То есть я беру и отсюда заворачиваю их еще. И получается очень плотный хват. Теперь, естественно, все это надо сшить. И вот я сижу и сшиваю. Oh,
Лямки готовы. Попробуем приковаться, чтоб пупок не развязался. Если вот так. Ну, приспособился. Вот это сильно придавило. Это как-то нормальненько. Хват лучше уложиться, пригнуться и... Нагрузки на руки никакой. То, что надо. Здорово, Акчара, кончили с праздником. Богатый, ты что ли, маму привет? Будь здорово.